социально-экономические, туристско-рекреационные ресурсы Восточного Казахстана. Восточно-Казахстанская область является развитым индустриально-аграрным регионом страны. Промышленность данного региона, кроме доминирующей отрасли цветной металлургии, также представлена предприятиями машиностроения, энергетики, химической и деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности и производством строительных материалов. Наряду с развитием промышленности, природно-климатический потенциал области предрасполагает к развитию агропромышленного комплекса. Районы области специализируются на выпуске продукции животноводства и растениеводства. Наряду со сложившейся базовой специализацией область обладает уникальным туристским потенциалом. Определены основные приоритетные зоны развития туризма, согласно которым регионы области будут специализированы на, во-первых, это лечебно-оздоровительном туризме, Катон-Карагайский и Уржарский районы, горно-лыжный, спортивный и пеший туризм город Ридер, охотничий туризм Курчумский район, сельский туризм город Ридер, Курчумский и Катон-Карагайский районы. Кроме того, одной из конкурентоспособных специализаций области является производство топлива для атомной энергетики и ядерные исследования. Восточно-Казахстанская область отличается развитой производственной инфраструктурой, которая представлена всеми основными видами транспорта – железнодорожным, авиационным, водным и автомобильным. Железные дороги связывают областной центр с городами Зыряновск, Ридер, Семей, Аягоз, Шаманайха. Имеются железнодорожные ветки, ведущие за пределы области. В области также функционируют два аэропорта, расположенные в городах Усть-Каменогорск и Семей. Перевозки грузов по судоходным путям осуществляют частные предприятия. На малую мощность функционирует Усть-Каменогорский грузовой порт. Существуют также две нитки паромных перевозок пассажиров в районе села Казнаковка и села Улькен-Нарын. Наибольший объем перевозок грузов и пассажиров приходится на автомобильный и железнодорожный транспорт. Таким образом, автомобильным транспортом перевозится порядка 90% грузов, железнодорожным – 10%. Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом составляет 96%, железнодорожным – 2,5% и авиационным – 1,3%. Автомобильные дороги общего пользования имеют большое значение в осуществлении внутренних перевозок. Их состояние и уровень развития влияют на экономические показатели региона. Вообще протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 11 835 километров, в том числе дороги республиканского значения 3,5 тысячи, местного 8,5 тысяч. Протяженность местных дорог с твердым покрытием составляет 4 тысячи километров, гравийным 3600, без покрытия 763 километра. За 2014 год объем выпуска промышленной продукции составил 1 миллиард тенге с ростом на 10% к 2013 году. В структуре промышленной продукции 9,3% занимает горнодобывающая промышленность. Объем продукции отрасли составляет 102,5 миллиарда тенге с ростом на 6,2%. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 249 миллионов тенге с ростом на 2,4%. На 1 января 2015 года количество активных субъектов малого и среднего бизнеса с учетом ИП и крестьянских хозяйств составило 77 тысяч единиц. Численность занятых в данной сфере на 1 сентября составляет 203 тысячи человек и увеличилась на 1% с аналогичным периодом прошлого года. В рамках меморандума, подписанного между Народно-демократической партией Нур-Отан, Акимом Восточно-Казахстанской области, Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, а также Национальной экономической палатой Казахстана Атамекен, предусмотрена реализация пилотного проекта по реализации и автоматизации разрешительных документов и лицензий, в том числе оказание государственных услуг, а также по снижению административных барьеров на местном уровне. В ходе исследований было выявлено 36 местных и 115 республиканских административных барьеров.
Объем инвестиций в основной капитал составил 345 миллиардов тенге и увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 4 года реализации программы «Ак-Булак» в регионе было выделено из средств бюджета порядка 27 миллиардов тенге на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения. По итогам 2014 года было построено и реконструировано 270 километров сетей в 5 селах, и впервые был построен водопровод для 3,9 тысяч человек. Из 754 населенных пунктов данного региона централизованное водоснабжение функционирует в 332 населенных пунктах области, что составляет порядка 50%. В рамках проекта по ремонту и термомодернизации жилых домов за 4 года, с 11 по 15, был произведен ремонт 260 объектов кондоминиума за счет выделенных средств из республиканского бюджета. Отремонтировано и благоустроено также было 304 памятника, обелиска и прилегающих к ним территорий. Также в данном регионе, в Восточном Казахстане, насчитывается 3132 единицы спортивных сооружений. Таким образом, введены в эксплуатации 62 спортивных сооружения, в том числе дворец единоборств, легкоатлетический манеж в городе Усть-Каменогорск, физкультурно-оздоровительные центры в Жарминском и Абайском районах, 112 футбольных полей, а также множество хоккейных коробок и спортивных площадок. Социально-экономические ресурсы Южного Казахстана. Южно-Казахстанская область располагает двумя направлениями железных дорог общей протяженностью 444 километра, автомобильными дорогами общего пользования 5,2 тысячи километров, в том числе с твердым покрытием 5 тысяч километров. Областной центр расположен на оси международной магистрали Оренбург-Ташкент и Туркестана-Сибирской магистрали. Кроме того, имеет удобные связи по автомагистралям Ташкент-Шимкент-Тараз-Алматы и Ташкент-Шимкент-Туркестан-Самара. Говоря о промышленности Южного Казахстана, необходимо отметить, что в промышленности действуют 182 крупных и средних предприятия, производящих около 2% объема промышленности продукции Казахстана. Доли отдельных отраслей в общем объеме выпускаемой продукции выглядят следующим образом. Перегонка нефти составляет 8,9%, текстильная и швейная промышленность около 5%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10%, производство пищевых продуктов и табачных изделий 38%, производство цветных металлов 3,6%, машиностроение 5,8%, другие отрасли 28%. Южно-Казахстанская область располагает значительным производственно-экономическим потенциалом. Это один из самых трудоизбыточных регионов Казахстана. Область является крупным производителем и поставщиком хлопка, кожевенного сырья, растительного масла, фрукта, овощей, винограда, бахчевых, макаронных, а также табачных изделий и безалкогольной продукции. В области производятся также свинец, цемент, нефтепродукты, масляные выключатели, чулочно-носочные, швейные изделия и мебель. Экспортные поставки осуществляются в 47 стран мира, из которых 8 ближнего, 39 дальнего зарубежья. В область же импортируется продукция из 87 стран. В структуре экспорта товаров основную долю составляют минеральные продукты 38%, химическая продукция 24%, продовольственные товары 20%, текстиль и текстильные изделия составляют 11% и продукция металлургической промышленности 43%. В структуре импортных товаров основную долю составляют машины, оборудование, транспортные средства, почти половину, 48%. Минеральные продукты составляют 18,9%, химическая продукция 11%, продовольственные товары 9,9% и продукция металлургической промышленности составляет 9%. Область имеет благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства.
В структуре этой отрасли важнейшими видами продукции являются растениеводство, где удельный вес хлопка, зерна, овощей и бахчевых культур составляет 54,3%. Ну, в свою очередь, на долю животноводства приходится 45,7% валовой продукции сельского хозяйства. Одним из приоритетных направлений развития области является малое предпринимательство. Малый бизнес призван внести большой вклад в создание конкурентоспособной, динамичной и диверсифицированной экономики. В настоящее время в области зарегистрировано свыше 145 тысяч субъектов малого предпринимательства, из них 16 тысяч – юридические лица. Только на город Шымкент приходится более 26% предпринимательских структур области. По признаку отраслевой направленности в сфере реального сектора экономики субъектов малого предпринимательства 46,8% занимает сельское хозяйство, 28% – торговля, 4,5% – транспорт и связь, 1,8% – промышленное производство. Гостиничным бизнесом занято всего 2,1% от общей массы субъектов малого предпринимательства. На данный момент численность занятых в сфере малого предпринимательства в целом по региону составляет 347 тысяч человек или 30% от всего экономически активного населения. А в настоящее время на территории области насчитывается 1032 общеобразовательных школ, в которых обучается 516 тысяч учащихся. В области также действуют 4 госвуза, в том числе Южно-Казахстанская государственная медакадемия, Южно-Казахстанский, Международный казахско-турецкий университет ЯСАУИ, Госуниверситет имени Ауэзова и 9 частных высших учебных заведений. На территории области имеются природные ресурсы, которые могут быть использованы для лечения и отдыха. К ним относятся минеральные воды действующего санатория Сарыагаш и минеральные термальные воды, скважины которых расположены в 20 километрах южнее к городу Кентау. В предгорьях Каратау, в живописной долине реки Шага, термальные источники вблизи районного центра Ордобасинского района, возле села Тимирлановка и в районе села Манкент, а также целебный климат для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в районе Белых Вод, Тюлькубаса и аула Турар-Рыскулова. Также благоприятными районами для организации отдыха определены территории, прилегающие к Аксу-Жабоглинскому заповеднику. Это район к востоку и юго-востоку от города Шымкента, то есть полоса предгорья Угамского хребта, гор Каржантау, хребта Боралдая. Область также имеет большие возможности для развития туризма как внешнего, так и внутреннего. Через данный регион проходил участок Великого Шелкового пути по следующему маршруту. Это село Сайрам, Тарас, Акшолак, станция Акыртобе, Кулан, Мерке, Шу и Кордай, по пути которого расположены интереснейшие памятники истории и культуры. Южно-Казахстанская область включена в государственную программу возрождения исторических центров Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие культурного наследия тюркоязычных государств, создание инфраструктуры туризма. В Жамбылской области насчитывается 1080 памятников, из которых археологии 844, истории 111, архитектуры 97 и монументального искусства 28. Туризм как отрасль народного хозяйства. Значение туризма, в особенности сельского туризма, его роль в национальной экономике страны связана с преимуществами, которые он приносит при условии успешного развития. Туризм имеет многоотраслевую индустриальную форму своего развития и выступает катализатором качества и разнообразия предоставляемых услуг, а также обеспечивает развитие местной инфраструктуры и рост уровня жизни населения, создает новые рабочие места. Если речь идет о сельском туризме, то создание новых рабочих мест имеет место и в селах. Аграрный туризм имеет свою специфику, такую как минимум издержек, что позволяет ей реализовываться как разновидности социального и экологического туризма.
Региональное развитие агротуризма в Казахстане повсеместно. В настоящее время одной из наиболее распространенных форм малого предпринимательства в Казахстане являются крестьянские хозяйства. На начало 2000 года их общее количество составляло 91 тысячу, а к началу 2011 их число достигло 1 миллион 609 тысяч. То есть порядка более чем в 15 раз возросло количество крестьянских хозяйств за 10 лет. Вообще крестьянским или фермерским хозяйством индивидуального предпринимательства считается семейно-трудовое объединение лиц, в котором осуществление предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства продукции, а также с переработкой и сбытом этой продукции. То есть агротуризм может принести дополнительный доход фермерам. Фермеры, в свою очередь, распространяют свою продукцию и рекламируют свой товар. Развитие сельского туризма создает возможность краткосрочного и продолжительного отдыха на территории страны, продиктованную экологической ситуацией, а также транзитным положением области. Агротуризм является альтернативным способом предоставления временного жилья. Минимум затрат для организации агротуризма выступает одним из ключевых факторов в пользу последнего. Целевыми сегментами рынка агротуризма могут выступать как граждане республики, так и иностранные туристы. К первой категории следует отнести три группы казахстанских граждан. Во-первых, это люди, которые не могут в силу своей деятельности, то есть бизнесмены, позволить себе длительный отпуск. Лица с относительно низкими доходами и ограниченными возможностями для организации зарубежных поездок. И третью группу составляют дети в каникулярное время, родители которых не всегда положительно воспринимают большое скопление детей в летних лагерях, поэтому альтернативным вариантом для своих детей они могут считать именно такой туризм. Практически в любом ауле Казахстана можно создать условия для приема и размещения туристов. К преимуществам развития сельского туризма относится прежде всего повышение благосостояния как жителей аула, так и целых регионов. Разнообразие циклов туристских занятий, познавательных, под которыми можно подразумевать ознакомление с культурно-историческими, этнографическими, природными и другими ценностями территории, развлекательных, то есть рыбная ловля, охота, прогулки, сбор грибов, ягод, осуществление радиальных выходов в горы и так далее, оздоровительных, то есть купание в водоемах, занятия физическим трудом, смена впечатлений и почти постоянный контакт с природой в сочетании с приемлемыми финансовыми расходами, все это делает привлекательным сельский зеленый туризм и превращает его в один из эффективнейших видов оздоровительной и в целом рекреационной деятельности. В настоящее время рынок туристских услуг в нашей стране представлен более чем 1000 туристских агентств. Всего в Казахстане зарегистрировано 950 туристских фирм, которые сотрудничают с 80 зарубежными странами. Казахстан имеет хорошие перспективы для привлечения именно зеленых туристов со всего мира и располагает всем необходимым для того, чтобы стать агротуристским центром Центральной Азии. По данным миграционной службы, в минувшем году только в Алматинскую область прибыло 600 тысяч гостей из ближнего и дальнего зарубежья, немалую часть которых составляют как раз-таки представители так называемого зеленого туризма. Помимо сельского туризма, очень похожий вид туризма, побратим экологический туризм также развивается в Казахстане. В настоящее время он является приоритетной отраслью и способствует устойчивому развитию экономики. Анализ туристского рынка Казахстана, проведенный Казахстанской туристской ассоциацией и экспертами компании IPK в 2005 году, показал, что Казахстан обладает огромным потенциалом нетронутой природы с большим количеством национальных парков, заповедников, а также выдающимся культурным наследием. Исследование и опрос, то есть было использовано около 10 тысяч анкет, проведенные в Германии, Великобритании, Франции, Южной Корее и Японии, показали, что среди иностранцев присутствует высокая заинтересованность в экологических турах в Казахстан.
Однако, являясь основным продуктом на нашем рынке, на внутреннем, экологический туризм имеет слабую конкурентоспособность на международном рынке. Потенциальный интерес на данный турпродукт составляет 8,9 миллионов человек или 63% от общего потенциала. Он занимает самую лучшую позицию на мировом рынке туризма и должен являться одним из ключевых для развития в Казахстане. Этот вид туризма несет ярко выраженный социальный аспект, однако он не выделен ни в одном стратегическом государственном документе. Казахстанская туристская ассоциация также, представляя интересы туристского рынка, подчеркивает тот факт, что экотуризм может приносить доходы как в бюджет страны, так и туристскому рынку.